Всем привет, с вами я, Виталик, Десанттранспорт. Заехал к одному дилеру и хочу вам срочным образом показать две машины, которые у них есть в наличии. Во-первых, это у нас XM 2023 года. Вот такой комбинированный черно-серый, темно-серый, черный и темно-серый цвет. Красные суппорта, M-диски. В общем, полностью это M у нас считается. XM. Новая модель. Внутри красный цвет, комбинированный кожей, алькантары. Также есть элементы карбончика. Подсветка крыши у него есть. Он закрыт, ключи не хочу брать. Ямаха у него стоит. В общем, вот такой автомобиль есть. Отдают по MSRP за 168, кажется, что-то такое. И есть у них еще один автомобиль M60i в таком же исполнении, в новом кузове, синие M суппорта, как видите, тоже 2023 год, пятый месяц по наклейке. Карбончик тоже внутри, огромный экран, алькантары, сидушки. Вот такая красота, ребят. Этот автомобиль открытый, они почему-то оставили. XM у них закрыт, а этот открыт. По музыке. Все как вы любите, по красоте. Здесь тоже есть даже карбон. В общем, затяжки присутствуют. Зажимы, или как вы там их называете. Все это есть. Пожалуйста. I just take a video. The X5? Yeah. Okay. Yeah, no problem. Thank you. Yeah. The spec sheet's over there too on the window. It shows you the... Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. В общем, вот такой красотун. И что самое интересное, что они отдают по MSRP эти машины. Этот дилер. Это очень немаловажно для многих из наших покупателей. Кто себе хочет такие машинки, пишите, звоните, заберем и вам организуем. По цене 108 тысяч. Это вот такой автомобильчик, ребят. Пишите, звоните, заберем вам, если вам надо. Покажу вам еще по наклейке, тоже, чтобы вы понимали. Пятый месяц, 23-й год. Здесь много разных регулировок для кресла. 6 пробегов всего на машине. 6 пробегов всего на машине. Машина продается. В новом кузове. А мотор же. Какой у нее мотор? Сейчас скажу вам, какой у нее мотор, ребята. Мотор у нее 4,4 литра. Twin Turbo 8. И вот комплектация. Вот такая. Тин-тин-тин-тин. Всем пока. Ждем ваших заказчиков.